Итак, продолжаем наш мозговой штурм. Так, мысли. Доминик, ну что ты там стучишь? Да я пожалуйста говорю. Я понимаю, конечно, что ты тут порядки наводишь. Ну, мне же нужно сконцентрироваться. Ну, концентрируйся. У меня серьезные мысли, между прочим, в голове. Ты меня сейчас собьешь с мысли, я же ничего не смогу придумать. Так, значит так. Ну не стучи, пожалуйста. Так, мне нужно, значит, написать пьесу. О, так, я сейчас напишу пьесу. О путешествиях. Да, пусть это будут путешествия. Так, сейчас я вспомню. Так, где же мы путешествовали? Мы путешествовали по морям. Так, мы были на Атлантическом море. А такое море бывает? Ой, это не важно. Значит, мы были на Черном море, мы были на Северном море, мы были на море Средиземном море. Доминик, слушай, вот во Владивостоке там какое море? Японское. Японское, говорит наш польский друг. Ага, Японское море. Очень хорошо. Значит, так, будем писать пьесу о морях. И о разных странах. Да? Давай. Ну и что? Нет. Ну, значит, о морях, океанах и еще о каких-нибудь, например, злодеях. Доминика, ты каких злодеев знаешь? Что? Каких злодеев ты знаешь? Ну, разных. А ты почему так хочешь? Для чего? Поточить-то? Ну... Секрет пока. Ты мне скажи, кто злее, людоеды или пираты? Ну, барди злостливые сам пирачи. Почему? Они сам, видишь, барди таци поэтичные, барди литерации. Ну, а людоед он возьмет тебя и съест, и даже разбираться не будет. А пираты, они же ребята такие, веселые ребята, может, с ними договориться можно. Так, сейчас мы подумаем, может быть, это будут... Так, значит, о морях, океанах, злодеях, пиратах и, ну пусть это будет еще, ну романтики какой-нибудь хочется еще. Чего? Романтики хочется. Ты что вымышлилась? Ну как чего? У нас же театр, ага. Нам нужно эту пьесу написать. Сценарий нужно написать? Да. Но и... Ну, давай тогда мы подумаем. Будем писать пьесу о пиратах, о морях, об океанах или об путешествиях. Слухай, а может быть, запитаем наших видцов, о чем хотите, чтобы мы написали сценариуш, чтобы за кулиска написала сценариуш и... Ну, уж не знаю, написала или там подобрала, но мне нужно, да, тему мне нужно какую-то. Так, на какой темат хотите? Ты хотите о... Ты показывай. Мы хотим о пиратах. Пиратах. О путешествиях. О подружах. О романтике. О романтице. Ну да, о романтике. Mm-hmm. И о... Ну пусть будет... А ты о чем думаешь? О środках транспорта. Ну там самолет. Самолеты, корабли. Ага, ну понятно. Либо... О кораблях, самолетах, вертолетах и так далее. О чем? Как вы думаете? Выбирайте, голосуйте в наших комментариях, на стороне, в сетях социальных, в сетях социальных, на стороне интернетовой, тут, под фильмиком, всюду голосуйте, мы позже полечим это ваши голосы и выбежим. И решим, какую будем пьесу делать. Угу. Да, ставить. До побачення. Пока.